по промзоне идет интенсивность стрелкового боя. С координат их 5, 3, 4, 2, 5, 8, 9, Y, 4, 7, 3, 2, 5, 6, 1. По промзоне работает тяжелая артиллерия. 3.45, лидер. ВЧ, перестрелка с ПК, с ВЧ по лидеру работает Василев. 4.20, шахта, Спартак, перестрелка, ПК. Смотри, Авдеевка как на ладони. Хоть ты иди и забирай. Пойдем. А? Пойдем. Будет приказ, пойдем. Флаги с Копров сняли. Повесили уже ниже, в ангарах. Страшно. Вон по промке работает. А вон разрывы. Нет, по нашим работает. Ветер поднялся. Справа. Число 15 или 16. Видимо, ротация произошла, и никак давай здесь веселиться. Ну, интересно было. Бестолково, конечно, не получилось, но массированно. Начали с опытного плечи, потом подключилось. Сюда. Привет, говорят, пацаны. Большого муравейника работает КПВЗ. Разрешите открыть огонь на подавление. Как принято. Алина 5, я Алина 1. Открыть огонь на подавление разрешаю. Как принято. Офигенно попали, такой вижу, нормально. Научился. А как постреляли? Солдат. Блять, нормально. Да нормально. Давай так, давай так. Нормально, нормально, вообще четко. Во-во-во, красиво заходит. Да. Там добиться не хуёво. Да это пыль. Че, возьми 5 левее, 5 левее. У нас гости большой. Джеф, давай назад, Джеф, давай назад. Домой, домой. Понял. Смотри, второй пригорок справа. Второй пригорок справа. Смотри. Блядь, ну все, сука, в дыму, нахуй. Смотри, да, я вижу. Второй пригорок справа, смотри. Работает. Земляк. Смотри, здесь. Здесь хуё вообще видно, нихуя не видно. Второй, где белая вершина. Второй, левый, левее. Видишь? Экране, один пригорок влево. Ага.
блин, да, справа. Сейчас туда работать, делать будет. Надо, надо сказать, я снимал. Принял, принял, сейчас, секунду. Барка, барка, майк принял. Скажите, скорее. Все, давайте, работайте. Майк. Майк готов. Барка, майк готов. Принял. Все, отходите. Да. Ну как? Нормально. Установку пока снимаем. Ой, ракеты сюда. Ракеты. Хватит. Что, прилет? Пацаны, нас тут живые. О, на взлет полезал. На взлет полезал. Вот. Что творят? Взлет взрывают. Сам мигам и другому не дам. В принципе, полоса аэропорта представляет из себя линию фронта, то есть по одну сторону мы, по другую сторону они. По эту сторону, по ихней, у нас тоже имеются несколько позиций, но они малочисленные. В нашей зоне ответственности ситуация представляет из себя стабильные позиционные бои, то есть мы сидим на своих позициях, противник сидит на своих позициях. Обычно патрулируем местность в районе остатков Донецкого аэропорта. Что от них осталось за время активных боев. Осталось тут немного, конечно. Наблюдаем разных точек за противником. Где у них что, где перебегаются, где нет, где стоят. Такие вот дела. Но мы, собственно, в свою очередь поддерживаем те позиции, которые находятся за взлетной полосой. Поддерживаем их огнем. Еще чего у нас имеется, когда это нужно. То есть сами бой не навязываем, но если стрельба от противника начинается, то мы им отвечаем, чтобы они не борзели сильно. С позиции востока по шахте крупнокалиберная работает, а в Спартаке какое-то крупное возгорание, пламя пиздец хуярит. Наши оппоненты, когда увидят в бинокль барабанщика и двух гитаристов на взлетной полосе Донецкого аэропорта, подумают, что ребята уже совсем оборзели. Они, наверное, просто там будут протирать глаза и говорят: «Микола, ты смотри!» Гениально! Барабаны сейчас, а? Ребята бегут по взлетке, везут барабасы. Вот это да! Сюда, да? Присядьте хотя бы, а? Да они, в принципе, когда с вечера будут, они обрабатывают второй этаж.